Горе-угонщик устроил веселую ночь испанским полицейским, пожарным и медикам. Спасателям пришлось с помощью лебедки извлекать автомобиль, застрявший внутри здания автовокзала в Мадриде. 36-летний мужчина угнал старенькую Mazda 6 поздно вечером. Он выехал на полосу, предназначенную для автобусов, и по ней доехал до автовокзала. Там проломил двери и вылетел на лестницу, ведущую вниз. Машина застряла между поручней, а водитель сбежал через окно. Ни один человек не пострадал, поскольку была почти полночь и вокзал уже закрылся. Угонщика вскоре поймали и доставили в больницу, где его осмотрели медики. Травм у мужчины не обнаружили. Ну а пожарным пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить автомобиль наружу. В связи с инцидентом полиция начала расследование. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.